Пешие парадные расчеты и военные летчики провели в подмосковном Алабино последнюю репетицию Парада Победы на Красной площади, назначенного на 24 июня. В ней приняли участие в том числе и летчики из Верхневолжья. Воздушные машины взлетали с 8 аэродромов на территории Московской, Калужской, Липецкой, Тверской, Ивановской и Саратовской областей. Наш регион в параде будут представлять летчики из Мигалова и пилотажной группы «Беркута» и «Старшка». На репетициях был отработан парадный строй авиации, в котором пройдут над Москвой 75 экипажей самолетов и вертолетов дальней, военно-транспортной, оперативной, тактической и армейской авиации воздушно-космических сил.